В Уральске же усиливают контроль за деятельностью аттракционов. Решение принято после череды происшествий в городском парке культуры и отдыха. Напомню, 2 мая из-за резкой остановки аттракциона «Калейдоскоп» там пострадало 8 детей. Еще один инцидент произошел позавчера. Большой надувной батут сдулся, когда в нем находились около 20 детей. К счастью, никто не пострадал. Это произошло из-за перебоев с электричеством, говорят предприниматели. Трансформатор действительно нужно заменить, признали и в акимате. Пока же из бюджета выделены средства лишь на обустройство игровых зон и ремонт музыкального фонтана. Остальные виды работ требуют куда больших вложений. К слову, текущее содержание парка идет за счет предоставления аренды бизнесменам. Поэтому убирать с территории батуты и ларьки не будут, отметили чиновники. Однако контроль за их деятельностью акимат усилит. Для этого при городском отделе ЖКХ будет создан спецотдел. В 2019-м принят национальный стандарт, согласно которому за безопасность аттракционов ответственность несут владелец и акимат. Акимат выдает разрешение на эксплуатацию аттракционов и проверяет их работу. Сейчас как раз создается отдел, который будет заниматься этими вопросами. Однако проверка объектов частного предпринимательства сейчас запрещена из-за моратория. Мы можем проводить лишь профилактические работы.